Амишка и Амигос, снова вы, снова я, и это «Пять ночных друзей». Игра, которая, почему-то называется игрой, хотя тут играть-то не во что, и которая почему-то считается страшной. Но если вы считаете, что это страшно, то не хочется, конечно, рушить ваш воображаемый мирок, но когда взрослые мужики, играя в подобные игры, изо всех сил пугаются, орут, визжают, поверьте, что все это наиграно. Вот в Монструм, вот в этой херне, в Слендере, в Амнезии, там нет ничего страшного, там вообще ничего страшного нету на самом-то деле. Кстати, там нету, как и нет настроек, блин, в этой игре. Я скачал игру, это файлик 150 метров, экзешник, запускаешь, все, игра. Здесь есть новая игра и загрузка. Я даже настроить ничего не могу. Блять, потрясающе. Я случайно нажал, походу, на загрузку, но все равно загрузилась первая ночь. FPS аж 2152. А, вот 60, вот сейчас он показывает 60. А, изображение так и должно плавать, оно вот влево-вправо вот плавает реально. Так, это что, это камеры? Что еще тут есть? Я не играл ни разу в эту игру. А, потому что я увидел скриншот, и мне этого хватило. Вентиляция, аудио, девайсы. Что это такое? А, я нажал на что-то, по-моему, на Escape, и игра нахер вылетела. Не знаю, должно так быть, не должно. А, уже хорошее начало для игры. Люблю, когда 100-метровые игры вылетают. Обожаю. Я знаю, что на YouTube много видосов. Рассказ сюжета этой игры, какие-то споры идут о том, кто там выпрыгивал на камеру, что-то какая-то нелепая херня, особенно вот на канале такого гения летсплеев, как Принцесска, или как его там, чувак, который изменил свой голос до женского и сидит летсплеит игры, вот опять недавно он мне вылез в рекомендованных, я посмотрел, блядь, столько коротких серий по Night Fight Freddy, блин, вообще, бля, вот чувак на самом деле гениально фармит деньги со всяких лохов, блядь, которые, услышав женский голос, начинают просто течь, как маленькие сучки. Эх. Собственно, где, блядь, игра-то? Чё делать-то? Могу по камерам потыкать. А, видел кусочек, как уссался от этой игры Ивангай. Ну, Ивангай, блядь, он больше девочка, чем мальчик, по-моему. Если он прям так вот, блядь, сытся от вот таких вот... Его напугал плюшевый медведь, ты понимаешь, что пиздец? Хуже быть ничего вообще не может. Море возможностей в этой игре. Я видел, как проходят какие-то пятые ночи, еще что-то, кликают, клацают по этим кнопочкам, что-то там. Понятно, что когда играешь в такую игру, они, блядь, сказать-то нечего, потому что тут ни хрена нету, ну и чё? Так, только не кликать на Escape, потому что Escape, походу, сносит игру нахуй. Вот в этом меню лучше тоже не кликать. Я вообще боюсь, блядь, уже хоть куда-то нажимать в этой игре. Запредельное уныние. Я не знаю, можно ли сразу перейти к последней ночи, где хоть что-то начинает происходить, мне кажется. Я не понимаю, даже если я их увижу на камере, то что делать-то надо? Хуитация какая-то. М?
На, хоррор без атмосферы, это, блядь, просто вещь. Грубо говоря, я сижу и жду, когда выйдет время этого уровня. Я даже не вижу никого. Вот как не хотел я браться за эту игру, блядь. Но некоторых людей, понимаете, словами не убедишь, что игра говно, пока ты не посидишь, в нее не поиграешь. Охуительно, я прошел первый уровень, считаю уже себя, блядь, героем на уровне Рэмбо, а может быть и выше. Это было очень сложно. Пройти первый уровень здесь было практически так же сложно, как сыграть, как убить древнего дракона в Dark Souls. И вот я вижу бонусный мультик, видимо, как 8-битный уебищный медведь куда-то топает и падают какие-то фекалии по экрану. И что? И чё? Я тут чем-то управляю, что-то делаю здесь. Мишка пошел прямо, Мишка пошел влево. Блять, может она зависла? Игра. Игруля. Алло. Кусок ты, блять, дерьма. Я где-то еще, наверное, полминуты наслаждался этой великолепной заставкой, после чего я нажал на Escape, игра, как водится, вылетела тут же нахер. И я уже смог загрузиться со второго раза на вторую ночь, символично. С первого раза игра тоже крашнулась. Я просто думаю, что это не с андроида ли игрулька портирована? Вентиляционная ошибка. А что там может быть в вентиляции? Наверняка кто-то уже сидит. Hi. Ой. Никого тут нету, блять, нихуя не удивительно. Камеры лагает, ничего не работает. Может шаги услышу, наверное, звук выкрутить. Максимка в комментах писал, что тут надо какие-то стратегии выстраивать. Тут одна стратегия, блядь, надо чем-то себя занять, пока это дерьмо, блядь, происходит. А не происходит тут ни хера. Я видел, как чуваки играют, что-то нервничают, клацают все кнопки. Ой, блядь. Ну, игру сделали, нахуй, я ебу. Такие игры делать можно, блядь, по 100 штук в день, где ни хера не происходит. Называть их хоррорами, и люди все равно будут играть. Это что сейчас было-то? Чур меня, чур, господи! Охуеть, как страшно! И вас тоже, чур, чур. Я, честно, не понял, почему я проиграл. Чего я не сделал, на какую камеру я не нажал. Вообще правила игры мне не ясны. Если хотя бы в закусочный Джо надо было мусор убирать, то здесь я вообще что-то не врубаюсь, что от меня хотели. Ну ладно, сейчас еще заходик. Гулять так гулять. Вот, снова вторая ночь. Я, честно, не понимаю, почему у этой игры столько фанатов.
как и не понимаю, почему столько фанатов у летсплейщиков, которые от этой игры со страха ссутся. Вы понимаете, что, блядь, это позор? Если ты пацан, и ты, блядь, ссышься играть в это говно, это, блядь, пиздец какой-то полный. Тебе надо, ну, не знаю, носить юбки, вставлять тампоны хотя бы в задницу. Ну, потому что это, блядь, это говно. Есть только одна вещь, которая, да, меня может напрячь в игре. Это действительно суровая атмосфера такая, чтобы нагнетала, тишина, темнота. Тебе надо куда-то идти в эту темноту. Обязательно ты должен идти, блядь, а не сидеть на жопе и тыкать в камеры. И в один прекрасный момент должен случаться просто охерительно жопоразрывательный хоррор. На старом канале у меня есть прохождение Outlast'а. Вот там действительно я, блядь, просрался несколько раз просто атомными кирпичами. Это, наверное, я считаю Outlast лучшим хоррором на сегодняшний день. Но единственное, что... И чё? Но когда я начинал его писать, дело в том, что микрофон у меня еще был дерьмовый, это была моя первая или вторая игра, поэтому качество там говно. Максимум, что можно посмотреть, это DLC для Outlast, Whistleblower. Она еще более-менее туда-сюда звучит и хорошо смотрится, более-менее. Вот это действительно было страшно, вот это было неплохо. Я уверен, что будет страшен Silent Hill на консольке. Но вот это... Это не страшно, это тупо. Это тупо и очень-очень неинтересно. Я не понимаю, зачем я юзаю детский смех. Чё вот этого случится-то? Да, здесь, в принципе, чертовски резкий звук, особенно если сделать наушники погромче, когда они вылезают, это очень шумит все. Но это единственное. Ну и чё тут, блядь, ну тыкаешь ты на этой камере, блядь, и чё дальше-то? И здесь, в отличие от закусочной, очень-очень, сука, долго все. Очень долго идет ночь, она действительно вот 6 часов, она идет 6 часов. Не меньше. Там ты хотя бы ходишь, все вроде быстренько. Какие-то двери, что-то закрываешь, что-то делается тут. Камеры вообще почему-то в помехах, блядь. В эти камеры больше не видно, чем видно. Вообще, зачем их щелкать? Достаточно смотреть на одну камеру, которая показывала бы вход в твою комнату. Да, блядь. Ну, как вы понимаете, я не участник этих соревнований, кто громко будет визжать от хоррора. А играть в это говно неинтересно. Чего? Камеры сломались. Ужас какой. Вот, играть в это неинтересно, смотреть это, я думаю, еще меньше интересно. И место, блядь, этой игры на смартфоне. Я, собственно, на смартфоне ее и видел. Я не знаю, что она на компе делает. А! О боже! Сердце-то мое сердце. А я не проиграл? А, проиграл. Сердце мое сердечко! Господи! Валидолу! Кто-нибудь! А-а-а! Страшно! Ну и чего? Чё моргает-то всё?
нахуй поймешь, чё, блядь. Вроде на меня напали, но я не сдох. Давай еще 10 раз на меня, блядь, выпрыгни, чтобы я вообще охуел. Век бы так хорроры летсплеить, хорошо. Время идет, делать нихера не надо абсолютно. Даже нападение пережил. Ну давай, давай хотя бы почаще выпрыгивай. Нет, он не хочет больше на меня нападать. Короче, по мне так игра просто абсолютно. Это даже не игра, а какая-то ересь полная. Нихера это не страшно, нихера это не интересно, поэтому... мне осталось пережить кролика и утку. Но, по-моему, они все делают абсолютно... абсолютно одно и то же. Вышло какое-то сейчас недавно, по-моему, дополнение про эту игру. Короче, я не знаю, на этом, я думаю, можно закончить, ибо смысла растягивать. Ибо в эту игру сколько ни играй, интереснее она раз от раза не становится для меня. Мне неинтересно тыкать на камеры... реагировать на вот эти вот ошибка камеры, ошибка, блядь, этого говна, ошибка того говна. Поэтому что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И адьё. Да, и мне жаль, если вы любите эту игру, я её обкакунькал. Прошу прощения.